для того, чтобы продавать хорошо. Конечно, совет такой есть, он эзотерический. Когда приходите, то походите по квартире и про себя поудивляйтесь ей. Ой, вот это красиво, и вот это, и пол такой красивый, и вот это красивое. Когда осматриваете квартиру? Потом, когда придут покупатели, там, где вы поставите триггеры вашего восхищения, им это будет нравиться. Это одна из тайн. Когда человек, допустим, вот как я продаю. Я, допустим, прихожу, если мне нужно там сдать помещение или еще что-то сделать, я представляю, и много есть методов. Один из методов мне любимый. Я представляю, будто это помещение, это маленький домик или маленькая машинка. Сажусь и мысленно начинаю этой машинкой играться. И целую ее, глажу, прижимаю вот так вот к груди. Ну, это все мысленное делаю, это силой мысли. После этого, когда люди туда приходят и хотят снять помещение или купить его у меня, они хотят это сделать. Почему так происходит, когда человек заходит в помещение? То, что он хочет. Он нужно ему дать.